Текст тотального диктанта в этом году прочтет телеведущий Владимир Познер, передает ТАСС. Площадки для проведения акции уже предоставил ряд российских вузов, в том числе Высшая школа экономики и МГУ. Написать тотальный диктант можно будет в Российской государственной библиотеке, Музее Москвы и Третьяковской галерее. Проведение акции запланировано на 18 апреля. Подать заявку на участие можно, начиная с сегодняшнего дня.